Як чакаецца, у наступным месяцы ў Гомелі пачнецца будаўніцтва яшчэ адной школы. Яна будзе знаходзіцца ў 96-м мікрараёне горада, больш вядомым сярод гамяльчан як хутар. Што прапануюць архітэктары, даведаліся нашы карэспандэнты. С просьбой про будовництво новой школы у микрорайоне Хутор гамельшине зверталися до старшини облвыконкама Геннадия Соловья подчас прямой телефонной линии яше у 2019 годе. Гэты социальный объект тут сапраўды жыццёва необходны. Пакуль на великий район новобудоўляў только одна школа, якую наведывая значно больше детей, чем предугледжено проектом. По факту сегодня 15-я школа у нас работает с превышением проектной мощности на 100 с лишним процентов, на 136, если быть абсолютно точным. И при том, почему именно выбор пал на 96-й микрорайон, что сегодня обучающиеся 15-й школы располагаются в двух зданиях. То есть школа, здание школы не вмещает всех ребят в первых классах. Перед проектную документацию выканал институт «Гомель-проект». На ее основе затвердили кошт новой школы. У лютым этого года задание на распрацовку проекта отримал институт Гіпражыўмаш. Зараз проект проходит державную экспертизу, после чего почнется будовництво. Бадай самые великие проблемы были связаны с геологией территории, где будет узводиться школа. У старожитные часы на этом месте было спочатку в озеро, а потом болото. Теперь об этом периоде нагадывают залежи торфу. Невеликие, але все ж таки складанности архитекторам и они створают. Так спортивный комплекс придется будовать на сваях, которые пройдут про 10-метровый слой торфу до твердой основы. Коли казать об самой школе, то она будет самой великой у Гомелі. Площа будинка складе каля 25 тысяч квадратных метров. Школа состоит из 4 блоков. Первый блок – это административная часть. Второй блок – это классы начальные, 1-4. Третий блок – это уже старшие классы, 5-11. И четвертый блок – это там расположенный пищеблок, спортивные залы, тренажерный зал и бассейн. Бассейнов, дарэчы, у школе будет два – для навучання плаванню и для проведения спортивных спаборніцтваў. Апрача того, у проекте футбольный стадион со штучным покрытием, пляцоўки для гульни у баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис. У самим будинку нават предугледжены специальные зоны для зарядки сотовых телефонов. И что зусім немаловажно, у школе смогут учиться дети с обмежованными физичными махчимостями. По заданию на проектирование у нас предусмотрено обучение 37 инвалидов-колясочников. Для них предусмотрена вся инфраструктура, это доступность входов, это в каждом блоке предусмотрен лифт-подъемник для инвалидов, предусмотрены подъемники в бассейне, они могут пользоваться бассейном, они могут пользоваться полностью всеми кабинетами и инфраструктурой школы в полном объеме. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания Гомель.